Привет всем, здравствуйте! Сегодня прямой эфир, тема Хэллоуин, но я все равно хочу показать свои новые ногти, поэтому сегодня будет 1-2 типса с Хэллоуина и пара вариантов с новыми декорациями, потому что у нас вышли две новые декорации, они очень классные, самодостаточные, которым даже не требуются какие-либо дополнительные элементы. Не нужен ни стемпинг, хотя для другой, может быть, и нужен стемпинг. А ты мне стемпинг принесла, да? Так, и поехали. Показываю свой новый маникюр. У меня очень сильно пострадала рука. Я с мясом сломала здесь пару ногтей. Поэтому у нас было очень сложное наращивание последний раз. Так, сейчас мы фильтр отключим. Это очень красиво. Причем сегодня я выложу еще мастер-класс. Или завтра мы выложим? Ну, вот на сегодня прямой эфир. Как хотите, можем сегодня прямой эфир, завтра мастер-класс или сегодня оба. В общем, у меня будет и мастер-класс, и сегодня еще в эфире я хотела поработать с этими декорациями. Именно вот это сочетание хотела сделать. Ну и, конечно же, сегодня Хэллоуин тема. Вот, поэтому я приготовила оранжевые оттенки. 369, 392 и 438. Это у нас одна желтая кошечка. Вот 392 это вот такой оттенок. Такой грязная тыковка. Помните, прошлой осенью был классный оранжевый. Вот он, грязная тыковка. Еще можно было, конечно, взять неоновый оранжевый. Давай еще неоновый оранжевый принесешь. И вот такой 369. Сейчас посмотрим, какой из этих оранжевых мы возьмем для Хэллоуина. Я сейчас точно не знаю, какой вариант буду показывать. У меня в голове есть примерно, что я хочу. Так, и всегда, когда у нас Хэллоуин, у нас есть прикольные шармиконы. Это еще мужская серия была. Сейчас мы ее найдем. Вот они, мои любимые скелетики, черепушки. Это как раз мужская серия. Сейчас посмотрим, как мы это дополним все. Так. И знаешь, в Гугле набери мне Хэллоуин картинки. Сейчас мы, отталкиваясь от Гугла. О, вот тоже. Даже, наверное, вот этот я возьму. 447 и смешаю его с 438. Вот, будет классно. Так, поехали. Сначала сейчас сделаем с вами тему Хэллоуин, так как она у нас была задана. Кошечки. А? Ну, давай. Сейчас я быстро. Так, я сделаю два типса сразу в паре. Посмотрим, что нам предлагает интернет, чем вдохновиться на Хэллоуин. Скажите честно, вы празднуете этот праздник? Это вот мне, знаете, задачу поставили. Покажи Хэллоуин. Так, ну здесь много всего прикольного. Будем делать такого, как всегда. Наверное, вот на это что-нибудь сейчас сориентируюсь. Так, ну поехали. Подставок нет, у меня здесь одна подставка только. Делаем вариант. Берем 447. Делаем сначала подложку из него. Этот оттенок, кстати, не так давно выходил у нас. 447. И знаешь, что магнитик, цветочек принесешь мне? И второй. Второй давайте тоже так же однотонным сейчас сделаем. Так.
тоже сушим. Теперь берем 438 цвет. Не знаю, что за эффект получится. Мне кажется, должно быть красиво. Сейчас мне магнитик принесут. Постарайтесь положить прям максимально тонким слоем, чтобы оранжевый сильнее светился. И теперь берете магнит. Ну, прикольно, мне нравится. Вот так пусть по центру будет этот блик. Так, сушу. Так, а здесь мы берем с вами палитру. И берем оттенки. Нам понадобится белый гель-лак, черный гель-лак. Так, черный гель-лак нам понадобится. Так, какой еще? И теклос. Сейчас с теклосом все будем разбавлять. Так, давайте здесь то же самое. Сделаем такой фон веселенький. Максимально тонко промазывать, так как кошки очень плотные. Здесь очень высокая концентрация пигментов. Плюс у нас кошки необычные, они идут не просто с магнитным пигментом. Здесь внутри еще несколько шиммеров присутствуют. И получается, часть шиммера она реагирует на пигмент, а часть шиммера не реагирует на пигмент. И за счет этого получается очень красивый эффект. Видите? Так, поехали. Делаем такой молочный, полупрозрачный. Еще раз, я просто нашла картинку в Пинтересте, и я сейчас на нее буду ориентироваться. Поэтому, когда не хватает идей, прям всем рекомендую Пинтерест. Сейчас мы еще раз пройдем молочным. Очень красивый оранжевый получился. Прям часть ногтей я бы делала без дизайна. Прям оставить вот эту красивую подложку оранжевую. Так, он сделали чуть поярче. Сейчас серенький вот такой возьмем.
суши. Здесь можно взять в чистом виде черный. Вот чисто смотрю на картинку. Ничего не придумываю. Все классно, уже давно придумали. Просто я чуть-чуть поменяла компоновку. Так. И тыковку. Так, тыковку будет проще сделать сначала белой подложкой, прям в чистом виде белой, а потом уже все это протонировать и разукрасить. Так, беленький. Здесь как можно поступить? Здесь мы сейчас перекроем теклосом и сделаем те шармиконы, которые я хотела, да, чтобы рисунок не делать на всех ногтях. Часть ногтей я сейчас сделаю с декорациями. Так, сушим. Можно было, кстати, наоборот, сначала сделать контурный рисунок.
суши. Так, здесь я предлагаю пару сделать в центре. Вот эти мои любимые черепочки. Скелетоны, вот эти классные руки. Чтобы вот прям везде не рисовать, время не тратить. Так, и здесь тоже можно часть нарисовать. Так, добавили. Так, сушу. Так, сейчас я еще сюда пятнышек добавлю, темненьких, на нашу луну. Теперь берем оранжевый, давайте вот этот же яркий, который я его использовала. Можно взять, кстати, более прозрачный оранжевый. Либо взять его, смотрите, разбавить, да, потому что это же вообще плотный неоновый оранжевый. Поэтому берем сейчас специально его, разбавляем. И тонируем. Можно несколько заходов. Так, сушим. Ну что, кто будет Хэллоуин клиентам рисовать? Вообще, у кого есть таких клиентов? В мое время, конечно, у меня таких клиентов не было. 20 лет назад этот праздник сроду и не праздновали. Так, теперь для тени беру просто в чистом виде полупрозрачный. Черный. И также слоями начинаю. И тоже не стремитесь никогда в один слой все это сделать. Сделайте в несколько заходов. Да? Можно даже вот так сделать. Смотрите, пусть вот такая тень будет. Вот так. Так.
Сейчас мы просушим. Опять же, я работаю с картинкой и с Пинтереста. Все есть. Тени есть. Ничего не надо выдумывать, главное, срисовывайте. И опять тень. Теперь предлагаю нанести слой текласа и потом уже прорисовать глаза деревьям и глаза тыковкам. Уже по сверху глянцевой поверхности. Так будет легче. Поэтому перекрываем все, чтобы выровнять поверхность. Вот так вот выравниваем. Сушим. Здесь, кстати, можно было бы летучих мышей еще нарисовать. Тоже ищите форму летучей мыши и просто повторяете. Здесь, кстати, тоже можно добавить летучих мышей. Так, теперь возьмем белый, смешаем с желтым. Но у меня сейчас под рукой только краска, поэтому я с краской смешаю. Можете с гель-лаком смешать. А? Я не слышу. Желтый. Такой светло-светло-желтый оттенок намешали. Краска, наверное, даже будет лучше, чем гель-лаком. Еще у нас будет тыковка с улыбкой.
Так, и оранжевый нам нужен. Можно тоже опять для тени в глазах взять полупрозрачный черненький. И перекрываем все финишем. Блин, хотела 4 дизайна, а в итоге, походу, на этом все. Наверное, давайте вы дизайн на моих руках посмотрите в следующую пятницу. Еще обещаю, завтра мастер-класс выложу. Хотела поработать вот с этими двумя новыми декорациями. Эти уже есть в продаже. Смотрите, какие прикольные девушки. А это вот как раз в пятницу выходит в продажу. Очень удобный дизайн для тех, кто не любит флористику или что-то конкретное. Вот, поэтому предлагаю на этом тогда закончить. На этой неделе у нас еще с вами будут эфиры обязательно. Все, большое всем за внимание. Сфотографирую, обязательно выложу в сторис. Все, всем пока-пока.